Добрый день, дорогие друзья. Дни становятся все короче, ночи все темнее, становится холодно, и, наверное, наступило самое время поговорить о самых теплых пуховках. Ну, а поможет мне в этом, как обычно, наш немногословный Антон. И вот она перед вами, куртка Роббатура во всей своей красе и мощи. И, мягко говоря, не худенький такой получился Антон в ней. Да как он получится худенький? Там целых 450 грамм высококачественного гусиного пуха с гидрофобной пропиткой, со специальной термообработкой, с материалом верха, из мембраны, фертекс, шильд. Ну не может Антон при таком расставе оставаться худеньким. Не может. Ну, шутки шутками, дорогие друзья, а куртка на самом деле реально удобная и реально теплая. Во-первых, она имеет достаточно правильно подобранную длину. Коротко ее назвать нельзя. Она прекрасно прикрывает все то, что на Антоне лучше прикрывает. У нее есть великолепный теплый капюшон. Очень объемный. Реально очень теплый. И очень удобно регулируемый. Вот, как видите, действительно все делается легко, быстро и просто. Руками никогда нигде не трогай ничего. На ее передней части вы можете видеть два нагрудных кармана с гидромолниями. И чуть ниже по бокам два теплых боковых кармана, очень объемных, в которых можно очень много поместить. И, в общем, очень удачно и разумно все это здесь расположено. Стоит обратить, наверное, внимание на то, как выполнены манжеты на этой куртке. А манжеты выполнены таким образом, чтобы вы могли без проблем одевать рукавицы, которые как бы для куртки, для высотного альпинизма очень даже желательны. Ничего одеванию рукавиц на этой куртке препятствовать не будет. Вот. Пару слов, наверное, стоит сказать и о материале верха этой куртки. Ткань настолько прочная, что вы никаким образом не повредите ее, если даже случайно цепанете ей о скалу, либо проедетесь по фирну. Ничего страшного с вашей курткой Батура при этом не произойдет. Наверное, самой большой изюминкой этой куртки является фирменная конструкция Boxwell. Это аналог, который фирма Rep придумала взамен классической технологии теплых швов. Вы не найдете на этой куртке сквозной прострочки нигде. Сквозных швов на ней попросту нет. И весь объем пуха распределяется таким образом, чтобы исключить теплопотери полностью. Обратите внимание также на то, как закрыта центральная молния. Здесь в наличии целых две ветрозащитные планки. Куртка очень легкая. Вес ее всего 1190 грамм. Это немного для куртки с таким объемом пуха. И, как видите, занимает она объем тоже вполне приемлемый. И мало того, вы могли бы ее даже, пожалуй, еще немножко подружить. Вот этот замечательный гермомешок прилагается с курткой в комплекте и живет в ее кармане. Ну вот, дорогие друзья, наконец Антон прекратил нескромно трогать себя руками на публике. И мы можем кратко суммировать увиденное. Пожалуй, и суммировать здесь особо нечего. Я просто скажу вам еще раз, что эта куртка одно из самых недорогих и самых эффективных на рынке решений для высотного альпинизма и серьезных погодных условий. Прошу, как говорится, любить и жаловать.